Ну, тут Норман решил ночной танец изобразить ламбаду от Пейтона. Хотя, честно, по секрету скажу, он просто думает, что если хорошо надавить мордой в крышку контейнера, то он ее откроет и пойдет гулять. Ну, а я ему сказала, что пока, блин, не переваришь то, что кушал, и не покакаешь снова, никаких выгулов. Угу, как-то так. Но самое смешное в другом. Пока тут Норман танцы, танцы, дискотека, да, там он сверху лицо. И это лицо Марти. Он такой: хозяйка, где мои жены? Я жениться хочу. На диету сел. Давай, я жду. Солнце, чуть-чуть, подожди, сейчас займемся этим вопросом. Пусть еще Норман потанцует немножко на бис. Угу, красиво. Вообще интересные движения, но он реально сильный, то есть если бы крышка не была закрыта, он бы спокойно ее поднял и пошел гулять по кухне. Но не судьба. Все контейнеры всегда у меня четко закрываются. Да, Марти, и тебя тоже касается. У меня не бывает, если там пишут, а вот если тараканы разбегутся, а вот если там змея выползет, паук, не бывает у меня если. Всегда все четко закрывается, все 100 раз проверяется. Я параноик, я все проверяю по 100 раз. У меня даже персонажи в книге паранойи обладают, как я.